Только что я вышел из отделения РНКБ банка, где произвел оплату штрафа, который был мне установлен Симферопольским центральным районным судом на основании того, что я в октябре месяце пришел к зданию Крымского государственного инженерно-педагогического университета с намерением попасть на открытое судебное заседание, которое транслировалось по видеоконференц-связи в гарнизонном военном суде. Вот. Вовнутрь нас, естественно, не пустили. Вот. Я находился в парке, в прилегающей территории, в ожидании результатов суда. Отдельно хотел бы поблагодарить весь Джимат крымско-татарский, не только, который принимал участие в сборе средств на оплату моего штрафа и подобных штрафов. Я очень благодарен Джимату, Джимат Чохсаволнос, Алла Разолсон. Отдельная благодарность тем людям, которые, не являясь крымскими татарами, посчитали то, что это дело, как говорится, это несправедливость, касается их тоже, и тоже приняли участие в этом марафоне. Отдельное спасибо и Алла Разолсон, иншаллах. Всему джемату.